Приветствую вас, зрители канала valtreka.ru. Сегодня поговорим о новинках выставки Велопарк 2017, которая недавно прошла в Сокольниках, а именно о модели электровелосипеде Фрига версия 2.0 с удлиненными шатунами. Соответственно, теперь крутить педали стало намного удобней, поэтому пользоваться электровелосипедом смогут теперь люди любого роста. Электровелосипед оснащен довольно резвым мотором, литий-ионной аккумуляторной батареей. Он очень легкий, весит 12 с небольшим. Соответственно, вы всегда его можете взять с собой в метро, в транспорт, абсолютно куда угодно. У него складная рама. Вы представляете? То есть он легкий, маленький, компактный, резвый, и еще и рама складная. То есть куда уж там меньше складываться, он совсем малепусенький. В общем, мечта дам и людей, которые просто вот кому докатка нужна, из гаража быстренько до дома добраться. Вот что-то в этом духе. Вот такая супер городская мобильность.